С чего начинается Родина? С патриотичной песни и не только. Ратник принял гостей и участников 3-го открытого городского фестиваля. В программе также дефиле с оружием, открытие памятного стенда «Лес Победы». Как прошло мероприятие, знает Екатерина Борисова. Военная форма, дисциплина и строй, и, конечно, песни. Мероприятие объединило ребят из разных городов. На Междуреченский фестиваль проявить себя приехали гости из Мысков, Белова и Новокузнецка. Я приехал в лагерь «Ратник», чтобы поучаствовать в мероприятии, такой как прохождение полосы препятствий, чтобы просто отдохнуть, да, приехал. С тренером потренироваться, на тренировки ходить. А сам откуда? Сам из города Новокузнецка. Одно из ключевых событий – открытие памятного стенда «Лес Победы». Мы начинаем торжественную церемонию, посвященную открытию памятного стенда в честь героев-земляков Великой Отечественной войны. Ребята, я думаю, когда вы вырастете, то вот эти прекрасные сосны будут выше вас. И я надеюсь, что та память, о которой сейчас вам рассказывают еще живущие ветераны, сохранится у вас на дальнейшие года. И вы будете об этом рассказывать уже своим детям и своим внукам. Но а нас всех хочется поздравить с этим прекрасным мероприятием. Екатерина Борисова, Игорь Докучаев, Новости МО, Междуреченск. Спасибо. Совсем скоро мы ждем вас на плацу для закрытия 4-й летней смены лагеря «Ратник».